вскрытия, ей было очень больно. Не думайте об этом. Я только сегодня узнал, приехал и... Пришли сюда. Так. Да. Я думаю, у вас есть ко мне вопросы? У вас произошел с ней конфликт, так? Да, она приревновала меня к коллеге. А вы ее изменили? Нет. Но Яна, она была такая... Вобьет себе что-нибудь в голову. Не переубедишь. Я ей звонил, но она бросала трубку. Вы посылали ей смс с угрозами. Понимаете? Понимаете, трудно себя было сдерживать. Я объясню. Я за ней полгода ходил, чтобы пригласить ее на свидание. У нас с ней все произошло. Ну, вы понимаете, постели, все такое. Только после того, как я ей сделал предложение, я ей кольцо подарил. Все как полагается. Так что изменять я ей даже и не думал. А она на пустом месте скандал устроила. Не поверила мне. Командировку свою документально подтвердить сможете? Да, конечно. Скажите, а у нее мог быть еще кто-нибудь, кроме вас? Исключено. Уверен. Яна была очень закрытой, закомплексованной. Можете идти, если вы нам понадобитесь, мы с вами свяжемся. Ясно. Да, я никуда уезжать не собираюсь и буду в городе. Хорошо. Свободно. Вот и Яна. Я думаю, он не врет. Я только одного не могу понять. Как можно было столько всего скрывать от самых близких? Я думаю, нужно дальше искать Шишкарева. Я поднял дело по поводу исчезновения его дружка Кузнецова. У Кузнецова был гараж. В деле отсутствует информация. Вы смотри гаража. Надо глянуть. Здрасте. Здрасте. Мы по поводу Кузнецова. А что, нашли? Нет, не нашли. У него гараж был. Не знаете где? Так вон тот. А кто-нибудь с момента исчезновения Кузнецова открывал гараж? Не, никого не было. Взяли! Вот так! Давай, давай, давай! Хорош, тормози. Да пошли внутрь. Свет-то есть? Вон там выключатель, хоть глянь. Ага. О, Паш. Ты видал? Ну а что? А чем Кузнецов занимался? Да ничем. Нормально такая.
За любую работу брался. Ну, тут таксовал, машину здесь держал. Что надо думаться, сколько денег в гараже хранить. Таксовал без выходных. Ага. Смотрим дальше. Ага, да. Работаем, ребят. Мужики, а что за запашок? Что такое? Давай. Что там? Манища какая. Хорошо еще на морозе. Красавица. Стоп. А мы снимаем наш первый выпуск для моего блога. Сам придумал? Ага. Это будет бомба. Про конструкторы, про компьютерные игры. У нас будет мужской блог. Молодцы. Спасибо, что забрал Антошку. Пожалуйста, а ты где была? Просто гуляла. У тебя все хорошо? Да, что? Ничего, просто ты какая-то грустная, или мне показалось? Показалось. Давайте закругляемся на сегодня. Ну, мам, еще чуть-чуть. Закругляемся, завтра рано вставать. Она права. Завтра рано вставать. И мне тоже. Thank you.
чистосердечного признания убийств. Правда? Ой-ой-ой-ой. В каком убийстве? На вашего друга, Дмитрия Леонидовича Кузнецова. Да вы что? Димачка убили? Да. Вы труп нашли в гараже. Вместе с довольно крупной суммой денег. Повсюду ваши отпечатки пальцев. Ну, правильно. Я же бывал в гараже и не раз. И что? У нас уже сажают за то, что за гаечный ключ подержался, что ли? Я что-то не понимаю, товарищ. Как вас позвонил-то? Майор. А, да, всего-то? Всего-то. Товарищ майор, я не понимаю, о чем вы говорите. Да, я бывал в гараже, мы с Димасиком дружили, пока наши дорожки не разошлись. А кто его убил и за что, я... Хорошо, давайте по-другому. Меня не узнаете? 4 года назад мы с вами виделись по делу об исчезновении одной девушки. Ну да, я помню, приходили менты. Баба красивая. А, ну да, 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 да. Ты на меня тогда еще наехал. И что, вы на меня хотите этих мертвых баб повесить, что ли? Так вот, Егор Викторович. После исчезновения этой девушки... Так. Наш злодей замолчал. Это как раз совпало с вашим исключением под стражу. После вашего освобождения убийства женщин опять начались. Что это совпадение? Возможно. Мне по должности в совпадение верить не положено. Моему начальству очень нравится версия с вашей виновностью. Начальники, они очень суровые люди. Нечуткие. Им лишь бы поскорее закрыть дело, да получить очередное звание. Так вот, Егор Викторович, помогите мне разобраться, что здесь ваше, а что нет. Ладно. Это я убил Димасика. Когда меня турнули из автопарка, я устроился сантехником в дом управления. Как-то попал на дорогую квартирку. Пока чинил унитаз, подумал, что ее вынести, как нечего делать. Одному, конечно, несподручно, я позвал Димасика. Все прошло гладко, и решили это дело поставить на поток. Я подбирал квартирку, потом ее вместе выставляли. Ночью волокли все это к нему в гараж, потом он по своим каналам все это сбывал. Брал себе большую часть, мне это не понравилось. Я на него наехал и в гараже, и не знаю, как это в запале. Сам не понял, как это все произошло. Почему не взяли деньги? Так я их не нашел. Я тело спрятал. По-быстрому поискал, но не нашел. Этих женщин я не трогал. Да я бы и не смог, что я упырь какой-то. Да я бы от таких дел уже в петлю влез. Угу. Я поняла, ты будешь журналистом. Ты хочешь, да? Нет, ба, какой журналист? Я буду вести свой блог, рассказывать о компьютерных играх и о своем конструкторе. Что-нибудь еще придумаю. Ну, хорошо. Вот твои репортажи, вот, я не знаю, как они там будут называться, их нужно снять. А для этого оператор нужен и камера. Ба. Какой оператор? Какая камера?
такая напуганная. Как будто призрак увидела. Извини, пожалуйста. Марк, извини, пожалуйста, я тебя не ударила, нет? Прости, пожалуйста. Прости, ну я не могу просто терпеть, когда меня в шею целуют. У меня просто все... Я тебе даже передать не могу, как у меня все переворачивается внутри. Ну, это какая-то патология у меня, я не знаю. Ну, прости, но ты не виноват. Ну, все нормально? Как Антошка? Хорошо. В школу сходил, бабушку навестил, теперь спит. Спасибо тебе. За что? Что мою маму не забываешь. Марк. Угу. Как у тебя день прошел? Как обычно. Встреча, совещание. Потом поехали на производство, новую линию налаживать. Устал сегодня. Хватит уже! Хватит говорить про свою работу. Ну, ты же сама спросила. Все-таки есть одно воспоминание. Говори. Ну, в общем, я помню какого-то ребенка. Мальчик лет 3-4. Но это все очень обрывочно и невнятно. Вот, но... Да, это, конечно, в общем, чушь какая-то. У меня ведь нет детей. Ну, ты же спрашивал. Марк, Марк, ты меня слышишь? Марк. Всего доброго. Привет. Привет. А ты что на такси? Где машина? Ремонт отдал. А что с ним? Ничего, просто техосмотр. Так мы же недавно делали. Настя, ты что хочешь? Ты в машинах разбираешься? Внеочередной техосмотр. Все, допрос окончен. А что так со мной разговариваешь? Ну, а что ты тупишь-то? Тысячи вопросов. Идешь, нет? Нет. Он сидит и врет у меня в глаза. На производство ездил, линию запускал. Но это ж не его жена. Не знаю. Она очень похожа, очень. Да не, ну бред. Где она тогда пропадала эти 4 года? Просто женщина, заправки которой похожа на него первую жену. Что мне делать? Да расслабиться. Да, нужно съездить в Ашкову и просто поговорить с ней. Ну, вообще-то я не это имела в виду. Вон я пыталась все контролировать. Вечно задавала вопросы Олегу, доставала его. Пыталась все расставить по своим местам. Расставила. Он отдельно, я отдельно. Совсем плохо?
Далее мы абсолютно чужие люди. Чувствую, что нам будет только хуже. Знаешь, правда, нужно расслабиться, чтобы не сойти с ума. Пусть идет, как идет. С вас 130. Пятая или 900 рублей готово. Ваши 150. И сдача 20. Спасибо. Вторая 92, 1200. Свет, я на 5 минут. Хорошо. Алина. Он тоже на меня как на призрак смотрел. Что, так похоже? Ну что, приехал? Сейчас будешь просить оставить твоего мужа в покое? Так я его не трогаю, он сам сюда катается. Взрослый мальчик. Я вам денег дам. Сколько? 1 000 000. Слушай, не делай так больше. Здорово. Волос принес? Угу. Давай. Ты знаешь, я тут подумал, а не нужно делать никаких тестов. Круто. И правильно. Очень хорошо, что ты к этому сам пришел. Это все фигня просто. Эта женщина очень похожа на твою Машу, вот и все. Просто выкинь из головы, забудь и успокойся. Не. Ты меня не так понял. Я уверен, что это Маша. Поэтому не нужно делать никаких тестов. Да. Так подожди. Что ты будешь теперь делать-то? Пока не знаю. Ну, наверное, для начала надо поговорить. С Надей.
привет. Привет. Мне нужно с тобой поговорить. Прекрасно, мне тоже. Это что? Твоя заходила. Дала за тебя миллион. Чтобы я с тобой больше не встречалась. Ну, я что, отказываться-то не стала. Деньги неплохие. Ладно, я с этим разберусь. Послушай. Тебя зовут не Надя. Тебя зовут Маша. Маша Воронцова, ты не просто похожа на мою жену. Ты и есть моя жена. Она пропала несколько лет тому назад. Пропала без вести. Предполагала, что она стала жертвой маньяка. Но, по-видимому, ты просто потеряла память. Ты что, курил? Ну вот. Вот, посмотри. Вот это ее фотография. Разве могут быть посторонние люди так друг на друга похожи? Это же ты. Ну, просто прическа другая. Еще на ключице у нее была татуировка. В виде цветка. А еще она ненавидела, когда я целовал ее в шею. А еще у нас с ней сын. Ему сейчас 8. Когда она пропала, ему было около 4. Да это бред какой-то. Слушай, Леша мне говорил, что мы поженились 10 лет назад. Твой Леша тебе врал. Я не знаю, зачем. Но теперь это и не важно. Мы будем жить вместе. Как прежде. Я постараюсь в это поверить. Защитить свою семью. Я понимаю, что от этого можно сойти с ума. Она очень похожа на Машу, но это невозможно. Надя, это Маша. Я не хочу делать тебе лишний раз больно, но доказательств только что. Это не может быть совпадением. Прости меня. Прости, я не хотел тебя обманывать. Но я не могу поступить по-другому, пойми. А ты немного от меня хочешь? То есть я должна понять все это. Я же умная, сильная, да? Между нами эти 4 года ты хочешь просто вычеркнуть, забыть? Я понимаю твои чувства. Но я должен поступить правильно. Ясно. Со мной, он мой сын.
Тебе надо успокоиться. Да, она ему в кошмарах снится, ты забыл! Ты хочешь, чтобы этот кошмар стал реальностью, а? Чтобы с ребенком ты подумал! Вы что, ссоритесь? Нет, малыш, все в порядке. Завтра, когда нас не будет, соберешь вещи и едешь. Пойдем наверх. Антон мой сын, понимаете, мой. Не Марка и не этой женщины. Он мой. Мы с ним думаем одинаково, смотрим на мир одинаково. Он не сможет без меня. А ее он боится. Она ему в кошмарах снится. Кто после этого? Да вы не волнуйтесь так. Отвоюем мы вашу Антошку. Правда? Конечно. Вы сейчас идите к секретарю, она составит договор, и мы начнем действовать. Ваш сын останется с вами. Не переживайте. У нас большой опыт в таких делах. Спасибо. Алина Борисовна, я хотел вам сказать, вам надо договориться с мужем. Не поняла, почему. Ваши шансы вернуть сына при живой матери равны нулю. Но адвокат только что сказал. Правильно. Потому что он адвокат. Это его работа. Жалобы, апелляции, прошения. Он будет заниматься этим вечно. Вы будете за это платить. Вам надо договориться. Суд не займет вашу сторону. Мне жаль. Спасибо. Здрасте. Пожалуйста. До свидания. Вот, читайте. Это ПТС и доверенность. Мам, а почему мы сегодня так рано? К бабушке поедем? Нет, к бабушке не поедем, но мы с тобой поедем отдыхать. Это наша с тобой новая машина. Садись. Специально для приключений. А куда мы поедем? На море. Хочешь? А папа с нами поедет? А папа не поедет. Ты же знаешь, что у него много работы, он к нам позже. Давай сам пристегнись.
Марк, все собрались, ждем тебя. Да, сейчас иду. Я сейчас не могу отвлекаться. Мы с папой потом поговорим, ладно? Ну, можно я поговорю с папой? Ну, пожалуйста. Ладно, держи. Он на пол упал. Что? Он на пол упал. Теперь по поводу реализации. Что у нас с соседними областями? Друзья, это не шутки. Если мы не увеличим сбыт, мы умрем. Рядом с нами Тверская, Владимирская, Ивановская, Костромская область. Но это же громадный рынок, вы понимаете? Арсений прав. В Переславле мы есть, в Ростове мы есть, в Угличе мы есть. Мышкин. В чем проблема? Вы что, все так заняты, что некому съездить в Рыбинск? Ну, давайте, я сам съезжу. Не проблема. Да. Сейчас приеду. Где это случилось? Еду. Как тебя зовут? Антон. Посмотри сюда, Антон. У тебя болит что-ли? Нет. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Хорошо. Антошка, мальчик мой родной. Как ты, мой хороший, а? Как все ты? Хорошо. Богатый. Никаких повреждений. Все в порядке с ним? Да, все в порядке. Ты мой. Ты мой. Он просто испугался. Так, я оформляю протокол. Ты как? Как ты? Нормально. Подожди. Это что за машина? Ты на ней была? Чемодан. Ты что? Ты что, хотела сбежать с Антошкой, что ли? Ты с ума сошла? Ладно. Так, Антона я забираю. Живет пока у бабушки. За вещами заеду сегодня. Я тебе его не отдам. Иди, стой, не сказал. Это мой сын, понимаешь, мой. Ну, пойми меня, пожалуйста. Я... Что я не могу поступить сейчас иначе. Извини. Так, Антошка, мы уходим, иди ко мне. Как же мама? Мама не может сейчас с нами поехать. Подпишите протокол. Просто взял и ушел. Он не просто ушел. Это, знаешь, если эта Надя действительно похожа на его бывшую жену... Да, да, очень похожа. Этого с катушек может слететь. Ты тоже считаешь, что я должна все понять, я же... Умные, сильные, все такое, да. Я сейчас скажу глупость, только ты не обижайся, но... Моя жизнь на этом не заканчивается.
И, знаешь, иногда тупая банальность может придать сил. Вот я сейчас недавно разговаривал со своим коллегой по службе. Да. Которую я обожал и без которой не представлял себе жизни. Так вот, он ходит на службу, а я сижу в этом инвалидном кресле и... Прости. Прости, тебе еще хуже, чем мне. Известно, кому сейчас хуже. Я просто хочу, чтобы ты начала, вернее, чтобы ты продолжила жить в сложившейся ситуации. Слушай, что мы этот чай? Пойдем выпьем. Серьезно? Ой, неплохо, да? Ага. Уже мне мысль в голову пришла. Давай. Скажешь, что я сумасшедший. Слушай. Пообещай, что не будешь ругаться. Ну? Ты пообещала. Ну, говори уже. Вот я подумал, если ты уже не домохозяйка, то, может быть, вместо того, чтобы себя жалеть, ты вернулась бы в полицию? Смотри. Ну, вот я же говорил, будешь ругаться. Пап, ну кому я нужна в этой полиции сейчас? Я уже все забыла, навыки подрастеряла, которых и так было немного. Это зря. Ну, давай. Ой. Ой. Ну что, отпускает помаленьку? Ну, а сейчас переключись. Забудь обо всем. Можешь мне дать психологический портрет душителя? Бред какой-то. Я сказал, будешь ругаться. Давай, переключись. Это приказ. Думаю, он очень умный. IQ не ниже 130. Человек очень большой выдержки. Возможно, он очень обаятельный. Рискну даже предположить, что красивый. Если учесть, что его жертвы — это замужние женщины, которые ведут, ну, так скажем, не совсем правильно. Изменяют, выпивают, сквернословят на улице. Возможно, он преследует какую-то сверхидею. Очищает мир от грязи или что-то подобное. Интересно то, что трупы он относит к воде. Тут, возможно, есть какие-то биографические корни. Почти уверена, что первую жертву он убил случайно или в состоянии аффекта. И она не включена в его послужной список, потому что почерк и ритуал убийства еще не до конца сформирован. Что еще? Ну и следующую жертву нужно ждать в самое ближайшее время, потому что когда душитель входит в рецидив после ремиссии, он убивает несколько жертв в короткий период времени. А дальше опять ремиссия и пауза. Подходит? Подходит. Здрасте. Здравствуйте, Алина. Завтра в 9 я вас жду у себя. Работать будете в Следственном комитете. До завтра. Пока. Познакомься, это твой новый шеф, полковник Митрофанов Владимир Николаевич. И давно ты его набрал? Да не волнуйся. Как ты плакалась, он не слышал. Thank you.
Простите, а вы не подскажете, как пройти к полковнику Митрофанову? Привет. Кофе готов.